Так, проверяю. Есть ли мы с вами в эфире? А, вроде есть. Коллеги, приветствую. Я Александр Молчанов. И каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также напоминаю, друзья, что полным ходом идет набор на онлайн-курс «Пьеса» в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите стать профессиональным драматургом, если вы хотите написать большую пьесу для большой сцены в нашей сценарной мастерской и получить стратегию продвижения этой пьесы в театры России и ближнего, и дальнего зарубежья и осуществить онную стратегию, то проходите по ссылке в описании и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Завалим своими пьесами все театры, до которых можно дотянуться. Да? Зачем трудиться, пьесы писать? Столько есть хороших пьес. Так, видите меня, слышите меня? Напишите в чате, что вы меня видите и слышите. Посмотрел я перепись, сколько участников написали. Ну, в принципе, как-то я так и ожидал, что где-то так будет. Так, очень хорошо. Идем дальше. Есть ли какие-то вопросы? Возникли ли какие-то вопросы после того, как вы закончили свой текст? Так, окей, народ. Народ, подключаемся. Видим, слышим, уважаем. Взаимно. Так, 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 так. Сейчас я шпаргалку свою вытащу. Так, да, есть. Возникли только прекрасные идеи. Очень хорошо. Сегодня мы с вами будем говорить о редактировании. И смотрите, очень важно, чтобы вы отделяли процесс редактирования от процесса написания. Одна из самых больших ошибок, которые люди делают при написании текстов, это начинают редактировать, не закончив писать. Да? То есть, если прям совсем грубо говорить, то мы пишем одной своей субличностью, а редактируем другой. Пишем мы одной частью мозга, да, если мы обратимся, залезем в дебри нейрофизиологии, да, у нас одна доминанта отвечает за написание текста. Ну или, если угодно, одно полушарие отвечает за одно. Это, конечно, очень-очень большое упрощение, да, но тем не менее, чтобы понятно было хотя бы, да, что мы один человек внутри нас пишет текст, другой человек внутри редактирует текст. И смешивать два эти ремесла и тьма охотников мы с вами не из их числа. И, соответственно, когда вы закончили текст, нужно обязательно сделать паузу перед тем, как редактировать. Гоголь рекомендовал, ну, он писал повести, да, и темп времени, темп жизни тогда был немножко не такой, как сейчас, да, он рекомендовал на месяц отложить написанный текст и после этого только браться и его редактировать. 8 драфтов рекомендовал Гоголь редактировать. Это не обязательно значит, что и вы тоже должны это делать. Для многих, многие авторы считают, что достаточно там 3 драфтов, да, 1 драфт написали, потом вычитали на свежую голову, поправили, да, потом отложили, сели еще раз, 3-й раз вычитали, еще раз свежим взглядом глянули, обычно, как правило, 3-го драфта хватает. Если все сделано правильно на стадии подготовки, да, то есть на стадии планирования, то большой редактуры текст не требует, как правило. То есть, если текст требует большой редактуры, это означает что? Это означает, что вы совершили какие-то ошибки на подготовительной стадии. То есть, у вас сюжет не прописан, в персонажах есть какие-то ошибки. Да, и если нужна не косметическая редактура, это значит, что планирование сделано неправильно. Итак, какие есть ошибки? Ошибки оформления, записи, описания действия в случае пьесы, да, в отличие от сценария, они не очень актуальны. То есть, да, если вы поставите 2 точки вместо точки, ну, всем пофиг. Вот серьезно, никто из редакторов, из режиссеров просто и глазом, и бровью не поведет.
на это, да, то есть если вы в конце ремарки поставите точку или ремарку запишите большими буквами или будете полужирным выделять имя персонажа, who gives a fuck, да, то есть, ну, никого это не волнует, это не сценаристика, где, хотя и в сценаристике тоже, да, вот там в каждой компании своя американка. Что действительно является важными ошибками, что действительно считается ошибками в написании пьесы? Ну, прежде всего, это ошибки структурные. Например, слишком длинная экспозиция, да, то есть, когда у вас происходит, и так есть такие пьесы, да, в которых происходит одно единственное узнавание в конце. Да, и вся пьеса идет подводка к этому узнаванию. И длинная экспозиция, уже все поняли, уже всем все понятно, к чему вы ведете. И да, если аудитория, скажем, такого рода пьесами не избалована, да, то она любит, например, там, «Кто боится Вирджинии Вулф». В свое время была достаточно популярная пьеса. Сейчас, да, такого рода сюжеты настолько, то есть, ну, такого рода сюжет выглядит штампом. И по большому счету, да, вот эта развязка, которую там, не буду спойлерить, может быть, кто-то вдруг не видел и захочет посмотреть. Есть фильм очень неплохой с Элизабет Тейлор. И эта развязка, она по большому счету любой более или менее искушенный читатель на 15-й минуте уже понимает, к чему дело ведут, и становится неинтересно. Поэтому я видел несколько современных постановок этой пьесы, но смотреть это просто скучно. Или вы показываете, то есть у вас идет повтор, да, например, вы показываете какое-то событие, а потом вы об этом событии рассказываете, причем рассказываете в точности так, как это событие было показано. Ну, это неинтересно, то есть если вам необходимо еще сделать сцену, в которой герой рассказывает о событии, которые он видел, да, значит, нужно либо пропустить эту сцену, но либо сделать так, чтобы он рассказывал что-то по-другому. Да? То есть в реальности он ее задушил, да? А в его пересказе она его задушила. Да? То есть должно быть довольно сильное какое-то изменение, и мы смотрим и такие, что происходит? Он же врет. Мы же с вами только что видели, да? А почему он врет? Сразу же становится интересно. Да, то есть, если идет пересказ события, обязательно должно быть какое-то изменение в этом пересказе. Ну или наоборот, да, то есть, если человек сначала рассказывает, что вот я сейчас пойду и сделаю то-то, то-то, но у меня не получится, потому, ну вот да, это как это мы так издеваемся над редакторами на каналах, да, что все надо разжевывать. И вот если человек планирует, говорит, что я сейчас пойду и возьму штурмом Ла-Рошель. Да, значит, он должен пойти и сложить под этой Ла-Рошелью голову, да, то есть должно быть, то есть или взять эту Ла-Рошель каким-нибудь интересным способом, да, все, уже проиграли битву, но вдруг солнечное затмение, и противник встает на колени, и так, его обезоруживают и побеждают, да, то есть должно быть не так, как планировано. Или наоборот, у вас есть какое-то незначительное событие, да, но вы это незначительное событие разжевываете так, что оно перетягивает внимание на себя. И опять же, завышенное ожидание, и зритель смотрит и говорит, так, я не понял, а зачем мне сейчас на это обращали мое внимание, да, и будет постоянно мыслями возвращаться к этому. Потом пьеса закончится, он, подождите, а вот там... Вот там показывали, как он там 20 минут чай готовил. Это для чего? Я думал, там яд подсыпан или еще что-то. Вообще, зачем это было? Остается недоумение. Соответственно, что важно, тому мы и уделяем внимание. А что не важно, мы игнорируем. Это, кстати, может стать комическим приемом, когда мы берем какое-то неважное событие, и начинаем его вытаскивать и размазывать, и фокусировать внимание зрителя на этом неважном событии. Да? Например, в одной из серий, по-моему, Остина Пауэрса, я боюсь ошибиться, там была сцена, вот знаете, в таких
в комедийных боевиках очень часто врагов убивают десятками. И это такое, ну, как бы, как куклы, да, то есть как в компьютерной игре, да, замочили десяток зомби, да и пофиг. И вот, значит, в одной из, по-моему, в «Остине Пауэрсе», я боюсь ошибиться, смотрел лет 20 назад, а то и больше. Значит, там катком давят какого-то там помощника доктора Зло, или как-то его там называют еще там, сподвижник доктора Зло, или помощник, или подручный доктора Зло, по-моему, его называют. Вот. И, ну, задавили и задавили, как бы, и герои побежали дальше. И вдруг такой, так, стоп. И, значит, и нам показывают семью, такую милую женщину, вот как всегда тоже в американских фильмах, да, жена отправила мужа воевать во Вьетнам. И вот там два симпатичных ребенка, белобрысых, они сидят, играют на игрушками, она листает журнал или там вязанием каким-то занимается. На стене портрет, естественно, этого самого сподручного доктора Зло, играет музыка такая лиричная, домашняя, и вдруг, значит, телефонный звонок, она берет телефон и ей говорит: здравствуйте, вас беспокоит из офиса доктора Зло, ваш муж сегодня был там, погиб при исполнении обязанностей. И вот дальше начинается, и это реально, блин, смешно. Почему? Потому что, ну, кого волнует этот подручный доктора Зло, да, то есть это и возникает комический эффект от этого. То есть за этим надо следить. Если вы делаете слишком много эмоционального внимания, да, придаете какой-то немаловажной детали, да, это возникает комический эффект. Кстати говоря, комический же эффект возникает, если у вас нет раскачки по эмоциям, да, то есть если у вас нет в плюс-минус, да, а вы берете, у вас события, допустим, не знаю, я так тоже постараюсь пересказать, чтобы было непонятно, про чью пьесу идет речь, но вот на одной из читок давно, лет 15 назад, значит, была читка пьесы одного молодого драматурга, так скажем. И, значит, там какая-то семья, там какой-то лютый артхаус, безотцовщина, пятеро детей, мать мучается, там кого-то насилуют, кто-то на наркотики. То есть, ну, вот такая жесть, и вот чем дальше, тем больше жести. Такой Сигарев в квадрате. И люди сидели, слушали это все, да, то есть, да, ужасно, все это очень ужасно, ну, такой то тут, то там смешок начинает возникать, да, когда очередная жесть происходит какая-то с этими детьми, вот, и когда в финале все эти пятеро детей, значит, их, я не помню чем, то ли дом обрушился, то ли их лифтом задавило, да, то есть, когда они все одновременно погибли, в зале раздалось дружное ржание. Да, и авторка в слезах выбежала, типа, вы бессердечные, ничего не понимаете. Они сердечные, это ты ничего не понимаешь. Да, почему? Не дала качелей. Да, то есть для того, чтобы, то есть, может быть, крутая пьеса про лютый ужас, происходящий в семье. Если там будет происходить раскачка, а котенка нашли, завели, и вдруг счастье стало. Раз, а потом бац, и котенка вот этого лифтом задавило. И вот над этим котенком все урыдаются. Над детьми не будут рыдать, а над котенком, если нам покажут, как все были счастливы, да, то есть как вот качели появятся. Дальше. Логические ошибки. Необъяснимая мотивация, невесть откуда взявшийся предмет. Да, вот чаще всего невесть откуда взявшийся предмет – это там телефон, который вдруг откуда-то появляется, пистолет, который невесть откуда-то появляется. Да, или необъяснимая мотивация персонажей. Да, персонаж вдруг сходит с ума и начинает делать все, что хочет, да, то есть любые действия любого персонажа должны быть объяснены, они должны исходить из его характера персонажа, то, чем мы с вами занимались на втором занятии, плюс обстоятельства действия, да, соединение характера и предлагаемых обстоятельств. В итоге получаются какие-то действия, то, о чем мы с вами говорили на третьем занятии. Дальше. Ошибки художественные. Когда вы выбираете какое-то банальное решение сцены. Да? То есть, что такое банальное решение сцены? Это решение сцены, которое в подобных обстоятельствах использовалось много раз. Да, условно говоря, ну вот вам пример банального решения сцены. Значит,
лежит человек в коме, да, к нему подходит его жена, садится и говорит ему какие-то слова, там, я тебя люблю, у нас там сын родился, не знаю, что-то ужасно лирическое ему говорит. Вот, и понимает, что он ее не слышит, и, значит, и встает и уходит, да, и после этого он шевелит пальцем, да, и стрелка осциллографа, да, значит, покачивается, демонстрируя, что он выходит из кома, да, что он слышал то, что ему говорили. Вот этот прием, помните, как я вам говорил, да, прием, над которым Акутагава потешался, написал эссе на эту тему, прием, когда героиня внешне равнодушно выслушивает какое-то страшное известие и при этом мнет в руках платок. Вот это такого же уровня штамп. Почему? Потому что человек, который в первый раз придумал вот этот платок, да, в кино это впервые было сделано в фильме «Intolerance», в фильме Дэвида Уорка Гриффита. Там девушка выслушивала приговор ее мужа и мяла в руках платок. То есть она спокойно, бесстрастное лицо и платок в руках. Кстати, Акутагава, по-моему, как раз на эту сцену из этого фильма и ссылался. И вот сцена с вот этим человеком, лежащим в коме, у нас в сценарных кругах это называется сцена номер 4. Да, то есть, как помните, есть такой анекдот, что компания, все уже знают, да, все анекдоты, и говорят, там, типа, анекдот номер 5. Там, все ржут. Анекдот номер 15. Все ржут. И тут новичок какой-то, который там только впервые в эту компанию попал, он такой, анекдот номер 4. И бац по морде. Он такой, что? Мы пошлые анекдоты при женщинах не рассказываем. Ну, там и есть куча вариаций тоже этого анекдота, типа там кто-то рассказывает там анекдот номер 17. Все молчат. Другой анекдот номер 17. Все ржут. Вот он умеет рассказывать этот анекдот, а ты не умеешь. Надо уметь рассказывать. Так вот, сцена номер 4, да, это вот сцена, мы уже и так знаем все сцены, да, и вот это вот сцена номер 4. Не, если вы придумываете, используете какое-то решение, спрашивайте себя, не сцену ли номер 4 я сейчас написал. Дальше, следующее. Вот идет правка какая-то, да, то есть вы начинаете, садитесь и начинаете переделывать свой текст. И очень часто изменения, которые вы делаете, да, они не являются, вам кажется, вот здесь можно изменить. Да, то есть пространство для возможности изменения не обязательно, вернее так, возможность изменения текста не означает обязательность этого изменения. То есть если вам кажется, что здесь можно изменить, это не значит, что обязательно надо изменять. Условно говоря, что если героиня тоже... Случай из практики. У меня одна коллега моя сдала сценарий и говорит, получила от редактора очень странное замечание. Я говорю, ну-ка. Говорит, вот у меня героиня садится, значит, ей предлагают чай или кофе, и она говорит, там, типа, кофе. Вот. И редактор ей делает замечание. Пусть она попросит чай. Это тоньше. Абсолютное идиотство. Вообще нет. Ни тоньше, ни толще, да, сейчас замените чай на кофе, замените кофе на чай, вообще не имеет никакого значения. Давайте так, вот я вам, для, чтобы поразмяться немножко, в какой ситуации замена чая на кофе или кофе на чай может быть значимым? То есть герою предлагают чай или кофе вы хотите, да, он пришел куда-то в гости. И он говорит чай, да? И вы редактор и говорите кофе. Вот пусть он скажет, пусть он этот персонаж скажет кофе. Вот в каком случае это может иметь смысл? И это действительно становится заряженным драматургически. Да, естественно, если это влияет на дальнейшее развитие сюжета. Да, то есть если дальше у нас, да, оно как-то связано по сюжету, да, и вот этот выбор чая или кофе, да, а в следующий раз он, например,
вспоминает эту же сцену, да, и говорит, вот я выбрал чай, а сейчас я выберу кофе. Вот в этом случае, да, это сразу обретает какой-то этот самый, какое-то значение. Вот, Игорь, прекрасное предложение. Чай отравлен, кофе нет. Да, то есть мы видели, что в чай положили яд, кофе, да, не этот самый. Ранним утром, да. То есть если, например, ранним утром человеку предлагают чай, да, а он говорит, что я кофе хочу, да, утро сейчас. Или, например, он слезает с кофе. Да, я завязываю кофе пить, периодически у меня это происходит, да, снова срываюсь, да, ну, например, я прихожу в кафе, где я всегда заказываю кофе, и там уже все знают, что я прихожу с ребенком, да, я ребенку беру сок, беру там пирожок с яблоком и американо с молоком, все, я уже не говорю ничего, и тут я вдруг прихожу и говорю, знаете, я кофе, чай, и там на меня смотрят так удивленно, в смысле, я... меня не ослышался. Вот, я говорю, я тут с кофе слезаю, да, то есть я вынужден объясняться перед официантом. Или, например, вы находитесь в Англии, да, например, в «Сынах анархии», там есть сцена, где героиня приезжает в этот самый, приезжает в Англию из Америки, да, и там, естественно, все пьют чай с молоком. Это правда. Это действительно так. То есть я там несколько раз подолгу жил в Англии, да, и я через какое-то время просто ты перестаешь тоже это замечать, что все, даже в поезде мы ехали когда из Лондона в Ливерпуль, значит, нам предлагали чай, и к чаю всегда молоко. Даже начал к этому привыкать. Возникает какая-то это самое, да, или, например, есть какое-то психологическое напряжение, да, то есть в котором все пьют чай, да, а он говорит, а я кофе хочу, или все пьют кофе, да, всем наливают кофе, а он говорит, а можно мне сливки? У меня, кстати, тоже такое было один раз, я пришел в какую-то компанию, да, и они все такие вот прям пафосные-перепафосные, да, такие вот ни кашляни ты, ни пукни. Вот, и они, значит, предлагают кофе, наливают кофе, все это самое, да, и такой идет разговор, да, то есть он такой ровный, и я говорю, а можно мне молока в кофе? Или сливок, не помню, попросил, нет, молока, не сливок, можно мне молока? Вот, и простое, да, это очень с них сбило спесь. Почему? Потому что это показывало, что мне пофиг, да, то есть я пью кофе с молоком, поэтому и у вас здесь я буду пить кофе с молоком, и мне не важно, где вы его найдете. Пошли, нашли, добавили мне молоко в кофе. Да, и это сразу изменило некое соотношение за столом. Да, то есть это может быть в том случае, если вы включаете это в контекст. Понимаете, да? То есть, если просто вы меняете кофе на молоко, шорты меняете на брюки, вообще не имеет никакого значения. Вот вы сколько, посмотрите, да, вы в чате сколько дали кучу этих самых, кучу вариантов. И все варианты классные, они все отличные, да, герой не спал всю ночь. Кофе, ведро, да. Все, сразу понятно, что не спал всю ночь. Да? В чайной мастерской, где профессионалы заваривают кофе, да, человек такую банку Нескафе ставит и говорит, заварите мне. Да, это сразу же будет интересно, что это такой за персонаж. Да, кофе по-турецки заказать в армянском ресторане. Но он, вполне может быть, что оно в армянском ресторане будет как-то по-другому заниматься, называться. Да, вот супер, вообще прям молодцы, молодцы, очень-очень классные варианты все. Да, или герой загадал, что выберет собеседник, если кофе, то если чай, то Да, в итальянских кафе чай никто не пьет, да, еще капучино не пьют после обеда. Вот вполне, да, вполне мы видим, да, что одно простое действие, оно само по себе в безвоздушном пространстве никакого смысла не имеет. Появился контекст, да, сразу же появились какие-то извинения. Вот Алиса тоже очень хорошее замечание. Будете смеяться, если девушка попросит чай, я буду считать ее более взрослой женственной. А если мужчина попросит чай, вы его каким будете считать? А если мальчик 12-летний попросит чай,
вы его каким будете считать. Да, то есть, опять же, все сразу же меняется. А если монах в клобуке попросит чай или кофе попросит, да, и скажет 3 ложки сахара, кем вы его будете считать? Сразу интересно становится, да, согласитесь. Кофе, чай, кофе, не угадали только чай. Так, там вопросы какие-то были сейчас. Можно ли в пьесе предложить два варианта, несколько вариантов концовки, окончательно выбрать уже... Ну, это показывает вашу неуверенность. Окончательно выбрать уже поздно, показав режиссерам все драфты. Или это непрофессионально? Конечно, это непрофессионально. Концовка должна быть такая, какая она должна быть. Помните, я вам рассказывал, как я «Убийцу» писал? Да, то есть я 1,5 года жил с этой пьесой, будучи уверенным в том, как она закончится. И когда я ее написал, я пришел к другому финалу. А очень часто бывает, написанный текст меняет вас. Да, то есть как Пастернака изменило написание. Я думаю, что главный человек, на чью судьбу повлияло написание романа «Доктор Живаго», это Пастернак. Да, то есть он начинал его писать, будучи одним человеком, написав его в процессе написания романа, он стал совершенно другим человеком. Он писать стихи начал на другом уровне. То есть для него работа над романом, да, это было упражнение на личностный рост поэта. Трагично, что он не закончил пьесу свою. Я думаю, что это была бы гениальная пьеса. Она, ну, там частично текст сохранился, и есть некоторые признаки этого. Нужно ли регистрировать авторское право или самому подстраховаться, то как? Значит, смотрите, что касается авторского права. Очень простая вещь. И авторы очень по этому поводу дико паникуют. Там, о, надо обязательно там авторское зарегистрировать. В тексте пьесы иногда люди пишут, я видел такое, что типа все права защищены, автор намеревается обращаться в суд по любому поводу там использования этой пьесы. Автор там то все 5-10, да, категорически, за один мой приятель, да, я его пьесу читаю, там категорически запрещена публикация пьесы в интернете. Зачем? Ну, почему? Ну, это, опять же, ну, у всех известных мне авторов, да, таких настоящих авторов, которые действительно работают профессионально, у них все основные пьесы по одному клику находятся в интернете. Они либо есть в библиотеке у Паровоза, да, либо еще где-то есть, там, на Новой драме или еще где-то, да, то есть люди никогда не... Зачем? Да, у Коляды все пьесы, все тексты можно найти. Да, то есть задача автора, чтобы как можно больше людей его текст, его пьесу прочитало. Да, чтобы пьеса одним кликом находилась в интернете. Вот, поэтому, что вы боитесь, что возьмут вашу пьесу, поставят? Ну, поставят, супер. Денег не заплатят. А вы много денег от этого ждете? У меня, да, то есть... Если, допустим, мне пишет какой-нибудь самодеятельный театр, да, или если пишет какой-то театр, с которым там, ну, есть юридические сложности, да, чтобы заплатить за постановку, там, условно говоря, там, в какое-то время, там, я не знаю, сейчас наверняка уже, конечно, этот спектакль не идет, да, но одно время мне в Киеве ставили спектакль, ребята мне написали, да, и говорят, типа, что делать? Я говорю, да ничего, берите, доставьте. Вообще никакой проблемы. Да, то есть в Европе тоже, например, если Латвия там не входит в поле действия моего агента, да, я говорю, доставьте, да, и что, и денег никаких не надо. Вообще не вопрос. Вот, а так, на самом деле, вы приходите в РАО, Российское авторское общество, сдаете туда текст пьесы, его регистрируют, и дальше просто, когда идет постановка, это лучше делать, когда будет происходить первая постановка. Зарегистрировать там, и дальше РАО занимается всеми этими денежными вопросами. Вот, и если вас, допустим, что поставили пьесу, там тоже некоторые авторы, разные авторы по-разному с этим делают, мы немножко вперед забегаем, я хотел на последнем занятии про это рассказать, ну уж раз спросили, некоторые авторы просят куском заплатить, обычно за это платят, ну это небольшие деньги, да, это скорее 20 тысяч, чем 200 тысяч за постановку.
Ну, понятно, что если это, например, условно говоря, театр Вахтангова, да, то там лучше садиться на проценты, да, да еще большой зал, садиться на проценты, спокойно торговаться, спокойно получать 8, по-моему, с половиной процентов, самый большой процент или 8%. И получать проценты. И это могут быть там, ну, несколько миллионов рублей за год накапает, если часто идет постановка. Если это малый зал в каком-нибудь региональном театре, да, то вы будете, у меня в Йошкар-Оле, допустим, идет пьеса, да, я оттуда я получаю, когда распечатку этих самых отчислений, там, 136 рублей за квартал. Ну, окей, да, малый зал, малые проценты. Но в каком случае может понадобиться защита юридическая? Если, например, ну, в этом случае, да, вы сами договариваетесь с театром, заключаете с ними договор и дальше получаете отчисление. Если нет, если через РАО, большинство театров через РАО действуют, они с автором вообще не связываются. И они имеют на это право, да, то есть если вы автор, ну, если зарегистрировано в РАО, они делают запрос в РАО, они вам присылают письмо, где вы пишете, там, сколько процентов вы хотите получать. Все, написали, ну, в смысле, вы не можете написать 100% хочу получать, там от 1,5% до 8 или 8,5, не помню. И все отправляете. Если театр согласен на эти условия, все, они как бы дальше деньги начинают капать. И если, например, есть какое-то условие, да, например, одно время у меня все время не нравилось театром название «Убийца», и ее то... Мотоцикл называем, мотоцикл, да, через Z, так, мотоцикл через Z. Ну, Z в немецком языке читается как C. Я-то как англоман, да, я это как Z прочитал, и такой, типа, что такое? Что за мотоцикл, да? Ну, там есть мотоцикл, из-за которого все это действие заворачивается, но это такой МакГаффин. То есть назвать пьесу «Убийца» мотоцикл – это абсолютная тупость. Вот. Или там «Жизнь за день» или «День за жизнь» в одном театре назвали. Вот бывают такие вещи. И я там типа терпел, ругался с этим автором мотоцикла. Я просто там матом на него орал. Что за идиотство? И запретил в итоге, запретил постановку. Сказал, ну, либо она выходит с моим названием, либо возвращайте мое название, либо закрывайте к черту. Пишу в РАО письмо, что не это самое. Вот, я всегда пишу условия, что пьеса может идти только с оригинальным названием. И я не против сокращений текста, любых сокращений, но я категорически против любых дополнений текста. То есть, чтобы ничего не дописывали от себя, чтобы никакой не было. Потому что тоже один раз было, например, там вставили кусок из Чехова, написали «Пьеса «Убийца», авторы Антон Чехов и Александр Молчанов. Для меня большая честь, конечно, посоавторствовать с таким маститым драматургом, но это неправильно. Вот, это вполне может быть. Так, должен ли автор по просьбе режиссера переписать часть пьесы или внести поправки? Это ваше право. Можете соглашаться, можете нет. Да? То есть, если, например, вы сценарист на зарплате, да, то и разговоров нет. Да? То есть, вам говорят, и вы переписываете. Чем мне нравится театральная драматургия и почему я ей много лет занимался? Потому что для автора это территория абсолютной свободы. Вас не контролирует никто, ни у кого нет. Нет у них методов против Кости Сапрыкина. Нет никаких рычагов давления на вас. А у вас есть любые, да, у вас есть главный рычаг давления на режиссера. Вы любую постановку на любой стадии можете закрыть одним письмом. То есть вы пишете письмо в РАО, да, что режиссер нарушил авторское право, да, сократил без моего разрешения, переписал текст, например. Я требую закрыть постановку. В 24 часа постановку закрою. Да, они могут потрепыхаться, они могут, например, там, сказать, а мы потратили кучу денег на эту постановку, верните нам. Вы выиграете такой суд просто... Ну, безо всяких этих самых. Потому что это ваше авторское право, законное, незыблемое, нерушимое. И, соответственно, если в автор, там, опять же, да, там, мой друг Митя Егоров, который ставил «Убийцу», ставил в этом самом, в «Тюзе». Вот. Уважаю его безмерно, да, и пьесу он наизусть знал.
когда он работал над ней. Вот. И он мне сказал, у тебя там косяк в этом самом, в самом начале. И там реально косяк. И мы сидели, я сидел, ему там переделывал. У него был вариант с переделом немножко. Вот. В этом случае, ну, как бы, и режиссер меня уважает, да, и ко мне с уважением относится, и к работе к моей относится с уважением, да, я, конечно, иду ему навстречу. Вот. А в некоторых случаях я отказываюсь вносить поправки. Естественно, да, и имею на это полное право. Может ли режиссер что-то самостоятельно поменять в тексте пьесы? Опять же, все зависит от вас. Если вам пофиг, да, там, допустим, если кто-то ставил, «Снежный городок» у меня ставили в каком-то там студенческом театре, вот, и они, не спрашивая у меня, естественно, выбор, а она, это там одна из первых моих пьес, я там еще матом ругался направо-налево, там все герои матерятся. Вот, и они, поскольку это, там, в театре ставил, в институте где-то, в университете ставилось, на студенческой сцене, они убрали весь мат. Вот. Я против этого не возражал никоим образом. Потому что, ну, я понимаю логику их, этого действия, я прекрасно понимаю. Поэтому разрешаю. Да, я разрешаю сокращать пьесу. Например, там у меня были постановки, в которых из 5 персонажей там действует 2. Вот было принято такое решение. Окей, хорошо, ваше право. Дописывать только не разрешаю. Так. Очень хорошо. Это значит, что был плохой редактор? Да, вот тот, с которого все началось, это значит, что был плохой редактор. Нужно ли с ним дискутировать по этому поводу? Сейчас расскажу по поводу редакторов. Неужели ваша пьеса «Убийца», если бы были ремарки, стала бы слабее? Не было бы пьесы вообще. Вообще не было бы пьесы. То есть, если бы там были ремарки в этой пьесе, ее не было бы. Потому что она, во-первых, вот этот формальный прием, я говорю, что я думал над ней 1.5 года. Я знал сюжет заранее. Все было продумано. Я не мог понять, да, то есть сюжет есть, и я не понимаю, что это такое. Я думал, рассказ написать. Рассказ никто не прочитает. Да, то есть это такое высказывание, которое в никуда, в пустоту. Сценарий написать, опять же, тоже я в то время увлекался Брессоном, и мне очень нравились вот этот «Дневник сельского священника», «Приговоренный к смерти без жал», особенно «Приговоренный к смерти без жал». Вот, и мне хотелось написать «Убийца», он навеян, он сюжетно никак не связан с этим фильмом, да, но он навеян, какой-то вот стилистика такая. Там ничего лишнего. У Брессона просто черно-белое кино, в кадре ни одного лишнего предмета, ни одного лишнего действия, ни одного лишнего слова. Да? И вот я начал думать, как бы, а что надо убрать? Что лишнее? Я понял, ремарки лишние. И убрал ремарки. Да? То есть я ввел себе нарочитое, ввел ограничение. И все сразу же заработало. Пьеса мгновенно сложилась. Вот условно говоря, я там сегодня понимаю, что это должна быть пьеса без ремарок, завтра сажусь и начинаю писать. Через 4 дня пьеса готова. Вот. Получилось, что этот формальный прием, он очень хорошо работал. Почему? Потому что там действия героев показаны глазами других людей. И на этом, на человека, который находится рядом. Да? И от этого возникает тоже дополнительный драматургический эффект. Поэтому не было бы пьесы и все. Так. Окей, идем дальше. Теперь по поводу редактора. Да, вот смотрите. Иногда вы меняете что-то в тексте, и меняется только ваше самоощущение. Да, то есть вообще ничего не меняется, но меняется самоощущение. Я рассказывал, по-моему, кто там давно меня знает, я часто рассказываю эту историю про приятеля моего Лешу Пояркова, сценариста, который написал «Ликвидацию». И один из моих учителей, кстати говоря, который мне очень сильно помог на начальном этапе моего творческого становления. Так вот. Его жена, я тоже ее знаю, она работала в «Крокодиле», Юля, значит, купил машину. И, значит, она едет на этой машине, по-моему, чуть ли не в первый раз, и попадает в аварию. А Леша сидит и пишет сценарий. И вот в сценарии у него там какая-то сцена, там 4 реплики, какие-то 2 персонажа проходных совершенно. Вот. И он крутит, никак не может понять, что вот не может дальше пойти этой сцены. Вот не видит он ее, и все.
И, значит, жена ему звонит, попала в аварию, значит, все в порядке, все здоровы, немножко поцарапала машину, два гаишника докопали, значит, он туда едет, там, 3 часа с этими гаишниками проводит, это, по-моему, еще время было до ОСАГО, вот, значит, возвращается обратно, садится за стол, открывает снова эту сцену, значит, а у него вот эти два гаишника, с которыми он общался, условно, там, Мамаев и Копаев. Да, не знаю, какие там фамилии. И он берет и эти фамилии двух персонажей, их называет фамилиями двух гаишников. И у него щелк, сцена сложилась. Ничего не изменилось, да, все, она сниматься будет точно так же, вот как написано, без всякой разницы. Что Мамаев, что Курбаев, да, то есть вообще никакой разницы. Но изменилось все. Изменилось его ощущение этой сцены. Вот в этом есть какая-то мистика. У нас наша работа творческая, в ней очень много мистики на самом деле. И мистике тоже надо позволять случаться. Да? То есть если рвется какая-то мистика, не надо сопротивляться. Нужно позволить ей произойти. Дальше. Важно не только критически относиться к своему тексту, да? То есть когда вы его сидите и переписываете, но важно в какой-то момент выходить из него, все, хватит, 10 драфтов уже переписали, достаточно, текст годится, на этом мы редактуру останавливаем. Вот так же, как ремонт нельзя закончить, можно только остановить, так же редактуру нельзя закончить, ее можно только волевым усилием завершить, остановить. И важно, что не всегда мы должны стремиться к наилучшему, идеальному решению каждой сцены. Иногда это решение не существует в принципе. И более того, если вы найдете там более лучшее решение одной сцены, возможно, это ослабит какую-то следующую сцену. Да? То есть у вас должны быть и сцены, в которых внимание ослабляется, да, которые мы проскакиваем между делом. Иногда нас устраивает вообще любое решение. То есть нам вообще пофиг, как зовут героя, вообще пофиг, что он говорит, да, он бла-бла-бла какой-то говорит. Иногда нам не нужно слишком сильное решение, поскольку оно может вообще разрушить всю конструкцию истории. Такое тоже бывает. Теперь по поводу редакторов. Значит, смотрите, ну, я не буду как-то, хотя мы занимаемся пьесой, да, я не буду отделять разные области нашей жизни, да, потому что редактор, одно дело редактор в кино, у него одна работа, да, и редактор в кино, это может быть, там, помимо того, что он редактор, он еще что-нибудь делает, да, то есть чаще всего роль редактора в кино, это не раньше в советское время редактор был, это прям святое дело. Вот, а сегодня у нас редактор может и роль скрипт-супервайзера выполнять, да, то есть работать на площадке, может и чуть ли там не реквизит искать, то есть вот всякое бывает, да, при нынешней оптимизации производства. Особенно, если это какое-нибудь там самодеятельное кино. Редактор на телевидении, да, на телевизионном проекте, это ключевой человек на проекте. Иногда этот редактор имеет наименование продюсера, иногда вот этот редактор имеет наименование режиссера или художественного руководителя, да, но важно, что руководит проектом человек, который занимается редактурой сценария. Иногда это режиссер берет на себя, да, иногда это режиссер, редактор от компании. И вот на ТВ этот человек, редактор, важнее, чем режиссер. Да, и если вы постоянно для ТВ, например, пишете, вы с режиссером можете встретиться один или два раза. У меня такое было. Проекты, на которых я типа там два раза с режиссером встречался. А с редактором постоянно на связи. У меня редактор была, когда мы «Побег» делали для Первого канала, Рената Остренкова. И у меня один раз был день, когда я в конце дня посмотрел на телефон, и там было 190 входящих звонков от Ренаты. То есть она буквально там каждую минуту звонила, и мы там какие-то поправки, дополнения, еще что-то делали. Вот. Что касается театра. На театре роль редактора чаще всего выполняет завлит. И завлит, опять же, и он и выполняет роль, что называется, помощника режиссера, да, иногда это совмещает, вообще прям совмещается в маленьких театрах, помреж и завлит.
иногда завлит занимается и там и печатью программок, и всем на свете, и так далее, и рекламой, и пиаром, и так далее, да, вообще, по большому счету, по-хорошему, завлит должен заниматься только одним, да, он должен заниматься текстом, и бывает так, что, собственно, вот в тот момент, когда текст попадает в театр, работа над пьесой еще только начинается. Только после этого начинается там дописывание, переписывание. Если интересно, посмотрите, почитайте этот самый «Записки покойника», театральный роман Булгакова. Да, там есть такой Миша Панин персонаж. Это Марков, величайший, легендарный завлит МХАТа, оставивший, кстати, довольно любопытные мемуары. И так или иначе, да, я не знаю, какие конкретно у вас будут отношения. Да, а в Европе, любопытно, что в Европе должность завлита называется драматург. То есть, если часто, я первое время, я немножко удивлялся, да, что там встречаюсь с коллегой, там, с Лотером, приятель у меня в Лейпциге, и, значит, я говорю, кем работаешь? Он говорит, я драматург в театре. Я думаю, круто как. Вот человек сидит, просто в носу ковыряется и раз в год пьесу сдает. Он говорит, ничего подобного. У меня там, типа, как работа 24/7. Вот, и там, чем он там только не занимается. Ну, по сути, завлит. Но на что мы обращаем внимание? Да? Понятно, что мы ждем какого-то идеального редактора, который будет понимать наш текст, будет понимать историю, да, он будет давать какие-то замечания важные и интересные, которые помогут улучшить ваш текст. Естественно, такой идеальной ситуации не бывает никогда. Бывают редакторы, которые, например, испытывают личную неприязнь к автору, в такой ситуации тоже можно оказаться. У меня один раз я попал в такую ситуацию, когда редакторка на одном проекте, там забавно было, мне приятель уходил с канала, приятель, соавтор, уходил с канала, и он предлагал мне пойти на его место, на канал НТВ. Редактором. И я у него спросил, а сколько там денег платят? И он сказал, там сумма, она какая-то смешная совсем, типа там 45 тысяч рублей, 35 тысяч рублей. Вот. Я, естественно, там кратно больше зарабатывал и не пошел туда. Вот. И пошла вот эта девушка, пошла на это место. Не знаю, где сейчас, чем она там сейчас занимается, да, но она знала, что мне предлагали это место и что я отказался и почему я отказался от этого. Вот, и в итоге, значит, я следующий проект делаю для НТВ и попадаю в ее мягкие лапы. И начинается гнобление. Но, забегая вперед, скажу, что проект мы сдали, тем не менее, да, но каких я только очень оскорбительных замечаний от нее получал. А уйти не мог, почему? Потому что я был обязан, у меня были обязательства перед продюсерской компанией, с которой я работал. Так бы я, конечно, просто после первого же замечания развернулся и ушел. Да, и что понять, как понять, да, вот если вот какая-то ситуация, вы не нравитесь или сценарий не нравится, да, или пьеса ваша не нравится. То есть если пьеса не нравится, да, нужно как-то над пьесой работать или над сценарием. Если вы не нравитесь, ну, надо уходить тогда, вот, толку не будет. Если не нравится то, что вы пишете, сценарий, пьеса, роман, нужно посмотреть историю поправок и определить, становится ли поправок с каждым драфтом больше. То есть, если поправок становится меньше, все в порядке. Даже если в первый раз вы получили 20 поправок на страницу. Да? Если второй раз пришло 15 поправок, вы внесли их. В следующий раз пришло 10 поправок, вы внесли их. В следующий раз 5 поправок, вы внесли их. Пришла одна, вы внесли. И все, пишут, поправок больше нет. Значит, рано или поздно они иссякнут. Да? Значит, вы идете, вы понимаете направление движения, и вы понимаете, куда вы идете. Да? Как, например, вот это же самое редактор, тоже легендарный был случай. Мой коллега написал сценарий, там типа 38 страниц сценарий. И он получил на 38 страниц сценария, он получил 38 страниц замечаний.
И его это зарубило, он обиделся, и он на каждое замечание написал ответ свой, да, что почему должно быть так. Вот. И ему все эти его замечания вернули обратно и сказали: заткнись и вноси поправки. И он, как бы, опять же, тоже уйти с проекта не могли, да, и он сел и фактически написал заново серию. И все, и серию приняли. То есть у него он действительно написал плохую серию. У него такое случалось. Не буду говорить, кто, но бывало там. Случалось мне за ним переписывать довольно часто, кстати. Вот. И да, и после этого, да, то есть сначала он получил 38 страниц поправок, потом получил там 5 поправок. Внес их и сказали: все, вот теперь окей, да, без вопросов, снимаем. Если же количество поправок увеличивается, да, это значит, что у вас разное видение истории. Тоже был у меня так, была такая ситуация, когда я сдаю текст, редактор его читает и говорит: все хорошо, вот одно небольшое замечание. Я говорю: ну давай вот так сделаем. Он говорит: да, хорошо, но в этом случае тогда еще и вот тут вот надо исправить. Я говорю: ну давай там вот так исправим. Он говорит: да, но в этом случае у нас вот тут, 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 тут и тут. Да, и в итоге одно небольшое замечание, которое, ну, можно было вносить, можно было не вносить. В итоге мы полностью развалили серию. Я в конце работы такой, там, типа, в конце дня работы над этой серией, говорю: ты знаешь, вот, говорю, утром, да, я четко видел серию, да, и она была, там, все с ней было понятно. Вот, сейчас я ее вообще не вижу, да, то есть ты просто своими замечаниями, да, ее полностью развалил сюжет. Я, говорю, работать с тобой не буду. Ну, это как бы непрофессиональная работа. Вот, и я ушел с проекта. В итоге там кое-как он его доделал, серию эту другой режиссер снимал. Кстати, самое забавное, что это эту серию снимала, как режиссер снимала Дуня Смирнова. Мы с ней не общались, я уже давным-давно ушел с проекта, но вот был такой факт в моей биографии, очень, очень смешно, что по моему сценарию снимала серию, собственно, сама сценаристка Дуня Смирнова. Не знаю, может быть, я ее не видел. Честно, я эту серию не видел. Может, она что-то там изменила тоже. Ну, вот был такой смешной факт в моей биографии. И вот если идет такая ситуация, то надо просто сразу уходить с проекта. Понятно ли это? Если понятно, напишите, что понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. И я вам расскажу, что делать в том случае, если уйти с проекта никак нельзя. Вот это, понимаете, вот те вещи, которые я вам сейчас рассказываю про редакторов, да, это я вам не просто байки из своей биографии занятные рассказываю, да, я вам показываю ситуации и показываю, как себя надо вести в этой ситуации, с тем, чтобы когда-то какое-то время вы с этими ситуациями неизбежно столкнетесь, если вы будете заниматься нашим делом. То есть, если вы будете заниматься драматургией, если вы будете, вернее, даже так я скажу, если вы будете заниматься драматургией, если вы будете драматургом, зарабатывать деньги все равно вы будете написанием телесериалов. И, соответственно, вам нужно эти две профессии знать. И театральную драматургию, и телесериальную. Потому что только театром у нас в России зарабатывают 1,5 человека, да, там Коляда точно зарабатывает, да, и то у него свой театр все-таки, он и режиссер, и актер, и все на свете, и Швец, и Жнец, и на Дуде Игрец. Вот, все известные мне драматурги театральные, и Клавдиев, и Ярослава Пулинович, и Максим Курочкин, и вот, и Родион Белецкий, да, вот все зарабатывают деньги написанием телесериалов. Если вы будете писать для театра, вы тоже будете это делать. И это тоже надо уметь. То есть вы с такими ситуациями будете сталкиваться неизбежно. Вот. И когда-нибудь то, что я вам сегодня рассказал, спасет вашу карьеру. Может быть, спасет вашу творческую жизнь. Да, вы вспомните то, что я вам... А, вот это я сейчас попал вот точно в такую ситуацию, про которую мне рассказывал Молчанов. Вы неизбежно будете попадать в такие ситуации. Вы будете знать, что делать в этом случае.
Теперь, если бывает так, что попался редактор, с которым у вас разные точки зрения, да, которые расходятся, вы расходитесь в ваших взглядах на историю, а уйти вы не можете. Да, и при этом, может быть, вы там уже имеете какое-то негативное отношение к вам. Что в этом случае делать? Да, во-первых, как это может быть? Например, вы работали с одним редактором или с одним режиссером работали, да, на театре, а потом раз и режиссер, тоже неоднократно у меня такое было, да, начинает проект один режиссер, и у него одни требования, да, например, там молодой режиссер, и говорит, давай больше экшена. А потом приходит 80-летний дядька, пенсионер, да, и говорит, что тут такое, давайте вот все восьмерками, да, все, давайте все в диалог переводить. Мне это все нафиг не надо. Да, сбежать надо, некуда, да, надо принимать бой. Как быть в этом случае? Я советую все поправки просить в письменном виде. То есть, если вы просто получаете поправки устно, вы можете получить поправку типа вот тут что-то не то. Или эту сцену надо переписать. Да? А если письменно, да, когда редактор поправки пишет, во-первых, он вам такую сцену, такую поправку не напишет. Да? То есть было тоже у меня редактор, мне пишет, эту сцену надо переписать. Например, такую поправку. Я пишу, как именно? Ну, что именно не устраивает в сцене? Объясните. Ну, она слишком длинная. Да? А да, здесь есть нарушение логики или что? Почему ее надо переписать? Да, и человек вынужден объяснять, что ему в этой сцене не нравится. А когда редактор поправки пишет, а не диктует, да, то есть можно, будут люди сидеть, да, есть такой прием в этом самом, в такого давления морального, в газетной журналистике часто он применяется, человек берет, читает, вы сдаете человеку заметку свою, он берет и читает. Это херня какая-то. Да, вот что против этого, да, что можно сказать? Ну да, херня, и что делать? Заплакать и уйти? И начинающие авторы, они в этом случае теряются, да. Просите все поправки в письменном виде, да, почему? Потому что в этом случае человек сам начинает понимать, а что же такое он хотел вам сказать. Самое главное, не спорьте с редактором. Это никогда ни к чему хорошему не приводит. Да? Благодарите и совсем соглашайтесь. Ваша задача понять, что от вас хотят. Вчитайтесь в поправки, обдумайте их. То есть ваша задача постараться получить конкретные поправки. Чтобы вам не просто сказали, что-то тут не то, а сказали бы, что у вас экспозиция затянута или диалог надо сократить. Да, то есть, если вы понимаете, да, то вам, если есть конкретная поправка, да, то вы как бы понимаете, что делать надо. Да? А если вам просто говорят, вы плохо написали, напишите хорошо. Ну, Льву Толстому можно сказать, что он плохо написал. Да? Или Достоевскому можно сказать, что он плохо написал. И поскольку авторы все люди такие с паранойей, да, естественно, и начинаешь думать, да, действительно, наверное, я плохо написал. И человек начинает сам себя грызть за свое плохо написание. А может быть, не так уж и плохо написал. А может быть, можно легко улучшить то, что он плохо написал. Я уверен, что если бы, например, Том Вулф не попал в руки к редактору, который смог его прочитать правильно, да, он, никто бы его не стал печатать. Сказали бы, да графоман просто. А редактор сел и показал, как это можно превратить в удобочитаемый текст. Ваша задача постараться увидеть свой сценарий глазами редактора. Если вы что-то не понимаете в ваших поправках, уточняйте. То есть если вы видите, что внесение поправок разрушит какие-то классные сюжетные ходы, да, например, там вам говорят, а вот тут надо там жену заменить на маму. Вот, и вы говорите, ну, если это будет мама, да, значит, вот там вот у меня не будет дуэли, да, потому что из-за мамы на дуэли драться глупо, да, а вот тут у меня дуэль. Поэтому, да, вы перекладываете ответственность на редактора, спросите, правильно ли я понимаю, что вот, ну, сделать здесь маму важнее, чем сцена дуэли, да, что если мы
делаем здесь ману, да, мы от дуэли отказываемся. Отказываемся, да, вы готовы взять на это ответственность, свою, на себя ответственность за это? Очень часто редактор сразу же отыгрывает, да, нет, нет, давайте как-то по-другому это решим. И при этом не вносите поправки механически, формально, да, то есть бывает так, что редактор сам не понимает, чего он хочет. То есть он чувствует, что в сценарии что-то не так, но он не понимает, что именно не так. И он дает поправки, которые проблему на самом деле решить не могут. Да, например, кажется, что нужно поправить диалог. Очень часто, когда на докторинг дают сценарий, говорят, там диалоги надо поправить немножко. Да, у нас есть 100 тысяч, да, перепишешь 8 серий диалогов. И ты смотришь и понимаешь, что там структурные проблемы серьезнейшие, да, которые редактор не видел. Да, то есть они приняли сценарий, заплатили за него деньги. У меня был такой случай, когда мне дали историю 8-серийную, и говорят, там надо немного диалоги поправить, что-то не то с диалогами. Да, деньги уже потрачены на сценарий, поэтому мы тебе типа 100 тысяч заплатим. Вот. И я говорю, хорошо, давайте я посмотрю. Если действительно диалоги, то не проблема. Да, я беру, читаю сценарий и обнаруживаю, например, в нем то, что там главный герой появляется только во второй серии. То есть там вся первая серия – это предыстория, которая не нужна, из которой надо взять 30-секундный тизер, а все остальное выкинуть. Да? И, соответственно, дальше, да, из следующих 7 серий, да, нужно сделать 8, переписав их заново полностью. Да? То есть и мы за... я сказал, говорю, окей, ребят, вот смотрите, надо все выкидывать, заново писать по эпизодник, да, и дальше по эпизоднику, по новому по эпизоднику писать новый сценарий. Так мы и сделали в итоге. Если вас категорически, да, то есть вполне может быть, что в сценарии есть эти структурные проблемы, которые редактор не видит, то есть он чувствует, что там что-то не так, такое бывает, редакторы тоже не боги, вот, а значит, это решение, эту проблему вы должны увидеть и найти какое-то решение. Если вас категорически не устраивает предложенное редактором решение, а его категорически не устраивает ваше, да, два барана уперлись лбами и ничего, и отступать ни тот, ни другой не собирается. В этом случае ищите свое решение. А еще лучше найдите три решения и предложите редактору на выбор. То есть у вас на каждую поправку должно быть 10 своих идей. Ваши идеи должны никогда не заканчиваться. Тренируйте фантазию, предлагайте, предлагайте, предлагайте. Редактора, если это вот говно такое попалось вам, измотайте его своими решениями раньше, чем он вас своими поправками измотает. И если, например, там, вот тоже я так делал, да, допустим, там, вот надо решение придумать какое-то. Я предлагаю 4 решения и пишу редактору, предлагаю выбрать. Вот выберите, как вы хотите, чтобы я решил эту сцену. Вот. И редактор вынужден какое-то решение принять. Да? И после того я его вношу, все, ну вы же сказали, что вот это решение сделать. Если редактор вас оскорбляет, не замечайте этого. Никогда не отвечайте на оскорбления. Мне случалось, каких только оскорблений не получал я от редакторов. Одна редактор мне как-то написала, автор что, идиот? Вот на таком уровне. Да, то есть, ну как бы хлопнуть дверь и уйти, ну можно, конечно. С каждого проекта так уходить. Один раз было, я работал, что называется, такой no-name, под прикрытием работал на проекте на одном, друзьям помогал своим. Его сняли в итоге, кстати, сериал. Тоже приятель мой снял один. Вот, Денис Елеонский. И, значит, там, значит, сценарий дают, я его там как-то переделываю, да, дальше его читают в компании, там женщина, главная героиня, молодая женщина, вот, и, значит, мне пишут такие замечания. У меня такое ощущение, что автор сценария – это какая-то женщина, которая сидит дома с детьми, жизни не знает, и только вот свою эту женскую жизнь, женскую долю знает, и вот тащит ее в этот сценарий свой. Потом, значит, несколько страниц перелистывает. Да, ну точно, баба какая-то писала. Да еще и сексуально неудовлетворенная. Вот. Мы ржали просто в компании как сумасшедшие над этим. Вот я сексуально неудовлетворенная баба, оказывается. Ну вот такое тоже бывает. Да? Как к этому относиться? Ну, хотите работать над проектом, игнорируйте. Не хотите, ну как бы вставайте, уходите. Еще один важный совет, который тоже один из тех советов, которые спасают жизнь. То есть один из тех советов, которые когда-нибудь в какой-то момент спасут вашу карьеру. Никогда не вносите поправки сразу после получения.
Ну, если это не совсем какие-то мелочи, которые за 5 минут можно внести. Да? И не сидите у компьютера, не ломайте голову над тем, как эти поправки внести. Да? Получили поправки, забыли про них и пошли гулять с собакой. Вечером спокойно ложитесь спать, на утро у вас появится множество новых идей по поводу поправок. Вносите на свежую голову всегда. Не жалуйтесь ни на кого. Не надо, вот это тоже сценаристы имеют такой обычай, отправиться в соцсети и начать жаловаться на свою жизнь, чтобы им посочувствовали. Да, никто вам сочувствовать не будет, всем плевать. Вы такие деньги получаете, что да, сценарист получает столько денег, да, что никто из его друзей в соцсетях его жалеть не будет. Терпи. Да, и сами тоже себя не жалейте. И не халтуйте. Это сразу же видно. То есть каждый проект, над которым вы работаете, его надо делать как последний. Даже если это какой-нибудь там сериал для дневного эфира канала «Россия». То есть если вы халтурите, если вы хоть раз позволяете себя схалтурить, дальше все, да, то есть вы чем дальше, тем хуже начинаете писать. То есть все надо стараться писать на максимальном уровне. Более того, каждый драфт надо стараться писать на максимальном уровне, потому что написал 17 классных драфтов, и потом левой ногой написал 18. И вот 18 в итоге и был снят. Да, потому что вы не знаете, какой драфт будет последним. Если у вас плохое настроение, и вы не хотите писать, это самое время для того, чтобы вносить поправки. Вот прям скажите себе, я в свое время, когда я над этим НТВ-шным проектом работал, у меня внесение поправок называлось «поесть говнеца». Да, вот поели говнеца, и настроение сразу же улучшится. Да, ну хорошо, не говнеца, лягушку. Съешьте лягушку. Да, вот внесите поправки, и после этого вы увидите, что настроение сразу же улучшится. Не ждите хорошего настроения для внесения поправок. Тогда хорошее настроение сразу же ухудшится. Что делать, если редактор дурак и присылает идиотские поправки? Такое бывает. Да? Почему? Потому что, ну, все то же самое. То есть редактор имеет преимущество перед автором, и не в силу своего служебного положения, а в силу того, что он видит ваш сценарий со стороны. И вот это самое главное, чему нам надо научиться при редактировании своего сценария. Нужно постараться увидеть свой сценарий как чужой. И вот это очень сложная задача для начинающего. Что кажется, что мы уже из себя все выдавили, мы написали лучший в мире текст, в котором нельзя изменить ни слова. Такое бывает. Но чаще всего можно изменить. И в то же время очень важно научиться вовремя останавливаться в редактуре и принимать волевое решение. Все, работа закончена, больше я ничего менять не буду. Текст достаточно хорош для того, чтобы быть снятым, изданным в книге или поставленным на сцене. И мы сценарий, пьесу, да, мы текст, мы его мысленно как бы закрываем. Да, то есть все, и мы на этом работу над текстом заканчиваем. Да? То есть если бы, например, я сейчас захотел что-то переписать в пьесе «Убийца», у меня бы это не получилось, потому что для меня все, этот текст закрыт. Работа над ним остановлена. Вот. И надо научиться это делать со своим текстом, потому что иначе вы их так эти тексты все и будете за собой тащить. А надо закрыли, положили его под ноги, встали на него как на ступеньку и смотрите дальше на следующий текст. Хорошо. Что мы делаем теперь? Да, во-первых, понятно ли то, что я вам сегодня рассказал? Если все понятно, напишите, что все понятно. Если есть какие-то вопросы, то задайте вопросы. Какое-то количество участников мы потеряли, переключаясь с одной трансляции на другую. Так. Сейчас, пока вы пишете, я напишу, что продолжение трансляции. Где продолжение трансляции? В описании.
Так, продолжение трансляции здесь. Чат у нас умер. А, вот. Оживилось. Приходит идея, рассказываю друзьям, говорят, круто, но начинаю писать ePUB. Можете посоветовать что-то? Никита, а вы были на моем тренинге «Пресс-пьеса за неделю»? Вот сегодня шестое занятие идет. Я каждый день по два часа рассказывал, что надо делать. Вот прям конкретно, пошагово. Пункт первый, пункт второй, пункт третий. Вы не присутствовали при первых, на первых пяти занятиях? Сегодня шестое занятие. Что я могу посоветовать? Вот я вам каждый день, всю эту неделю, по два часа что-то советовал. Причем давал прям вот пошаговые советы. Как, по вашему мнению, сидящая в декрете женщина может написать что-то актуальное? Я вам больше скажу, женщина, сидящая в тюрьме, может написать что-то актуальное. Кто угодно может написать что-то актуальное. Да, это у меня чат завис что-то. Так, хорошо, теперь что мы делаем? Наша задача за эти сутки, за эти 24 часа найти, а во-первых, отдохнуть, отключиться, и потом сесть и перечитать ваш текст, ваш написанный текст на свежую голову и отредактировать то, что вот с учетом того, что я вам сегодня рассказал, да, с учетом этого ваш текст отредактировать, довести его до какого-то драфта, годного к публикации. После этого, важно, внимание, после этого нужно опубликовать вашу пьесу. Да, именно это нужно сделать, нужно ее опубликовать. Если хотите, можете опубликовать где-нибудь там на сайте Prozaru, например. Можете опубликовать, поскольку тексты мы небольшие пишем, да, можно прямо ВКонтакте опубликовать и прислать ссылку на вашу публикацию. Нет, плохой совет, Александр, плохой совет. Никита, наговаривай на телефон, плохой совет. И вообще плохой совет выходить и да, садиться и сразу же начинать писать. Мы с вами, обратите внимание, да, понедельник, вторник, для того, чтобы одноактную пьесу написать, понедельник, вторник, среда, четверг, мы занимались подготовкой по очень жесткому структурному плану. Да? И лишь на пятый день, вчера, мы с вами сели и начали писать текст. Если бы я вам сказал в понедельник, все, начинайте писать текст, ну, вы написали бы не то, что вы написали сейчас в итоге. Текст был бы гораздо хуже. Поэтому это очень плохой совет. Наговаривать на телефон. И, соответственно, да, это все равно, что бегунам говорят, вот я бегаю, да, бегунам говорят, если вы хотите, есть тоже такой идиотский совет, если вы хотите бегать, да, не надо покупать форму спортивную, вы просто выходите на улицу и бегите. Вот нет ничего хуже, чем такой совет. Почему? Потому что, как, наверное, можно уже считать меня профессиональным бегуном, да, я бегаю 9 лет, почти каждый день, потому что сейчас я там через день бегаю, через день у меня силовые упражнения, железо. И, да, 9 лет. Если просто вы выбежите и побежите, да, вы второй раз уже не побежите, потому что вы убьете суставы свои, убьете ноги. Вот, поэтому там сначала, когда я начал бегать, да, я прочитал все книги по бегу, до которых мог дотянуться, прошел курс по бегу у лучшего тренера, который именно этой темой занимался, темой бега на длинные дистанции, да, и после этого только я начал постепенно бегать, да, постепенно подбирая себе экипировку, да, у меня экипировка беговая стоит как машина. Да, то есть у меня там специальные кроссовки, которые мне привозят из Милана, специальная футболка, специальные шорты, специальные носки. Я еще там подтягиваюсь, да, у меня те самые перчатки, чтобы ни мозоли не было на ладонях. И специальная бейсболка. А когда солнечный день, еще специальные черные очки солнцезащитные, в которых я бегаю. И плеер еще со специальными наушниками.
Да, вот если всю экипировку сложить, это будет, ну, хорошая машина. Почему? Потому что, ну, я не хочу, да, мне сейчас 50 лет, да, я не хочу в 60 лет быть инвалидом с титановыми суставами. Поэтому... Так. Да, по поводу публикации. Почему важна публикация? Публикация меняет... Да, поэтому сначала подготовка, да, потом только после этого мы начинаем, да, мы тело текста начинаем писать только в том случае, когда, только тогда, когда мы знаем, что писать. Иначе вы очень быстро застрянете. И... Публикация меняет отношение автора с текстом. То есть, когда вы просто написали какой-то текст, и он у вас где-то там в столе в компьютере лежит, да, это одно отношение с текстом. Но реальное, реально написанный текст начинает жить тогда, когда вы его публикуете. Поэтому я вам, ну, я настаивать не могу, да, но я вам советую ваш текст опубликовать и прислать сюда ссылку. Мы почитаем. Завтра, возможно, какой-нибудь сюрприз будет ждать приятный тех, кто тексты сдаст. А тех, кто не сдаст, никакие сюрпризы завтра ждать не будут. Вот, поэтому обязательно опубликуйте текст. Прямо вот напишите пост, что, ребята, я всю эту неделю проходила курс у Молчанова, бесплатный по написанию пьесы, вот написала пьесу, вот почитайте, дайте мне какие-нибудь комментарии. На самом деле, неважно, какие комментарии вам дадут, кто-то будет хвалить, кто-то будет ругать, это нормально совершенно, да. Важно то, что вы, ваш текст кто-то прочитает. Вы свой текст увидите какими-то чужими глазами. И вы сами свой текст будете видеть по-другому и понимать по-другому. И вы чему-то научитесь на этом. И изменится ваше просто, вот поток энергии изменится между вами и текстом. Текст будет, опубликованный текст всегда дает что-то автору. Да? Неопубликованный текст, даже если он гениально написан, ничего автору не дает. Ничему автор не учится, ничего не приобретает. Да, вот, кстати, Саша пишет, Литвинова, ценный инсайт от Александра Молчанова, подготовка к пьесе занимает 2/3 времени от написания пьесы, поэтому пересказа идеи друзьям недостаточно, нужна подготовка тщательного материала, очень часто даже больше, очень часто 9/10 времени занимает подготовка, а написание тела пьесы, можно большую пьесу, двухактную для театра, можно написать за 4 дня. Артура Миллера вы тут поминали. Артур Миллер пьесу, свою самую известную пьесу «Смерть коммивояжера» писал таким образом. Он приехал куда-то в какой-то Мичиган, значит, в лесу построил избушку своими руками. И когда он ее достроил, он вошел в нее, сел за стол и за 24 часа написал первое действие пьесы. А потом 6 недель писал второе действие. Тоже вполне такое может быть, да, то есть когда ты строишь, да, ты настраиваешься, концентрируешь, да, работая руками, и вот он сконцентрировал, заряд накопил в себе, и хоп, его одним выплеском. И самая из его пьес, по крайней мере, это самая популярная пьеса. Так, идет конкурс «Время драмы лета 2023». Да, я завтра дам список всех драматургических конкурсов, тоже это самое, тоже это вполне себе участие в конкурсах я настоятельно рекомендую. Это правильная стратегия. Драматург должен участвовать во всех драматургических конкурсах. У нас это работает так. То есть наши социальные лифты, у нас огромное количество драматургических конкурсов, и они идут круглый год, и надо участвовать во всех. То есть надо отправлять пьесы, надо писать на каждый конкурс, писать новую пьесу, отправлять, участвовать во всех, не расстраиваться, если проигрываете, да, и постепенно повышать свой уровень, смотреть, читать чужие пьесы, да, и если хорошее что-то напишете, вы обязательно будете замечены. Да, это Гандапас проповедует, начиная с тем, что есть. Беги в плохих ботинках. Очень плохой совет. У меня оригинал написан на белорусском языке. Ну, если вы хотите, чтобы мы прочитали ваш текст, переводите на русский. Ну, я на белорусском, по-белорусски не читаю.
Так же, как я же не веду вам занятия на латыни, например, или на английском. Да, у нас есть с вами язык межнационального общения. Поэтому я же про идею. Ребят, идея ничего не стоит. Вообще ничего не стоит. Что такое идея? Да, вообще, что такое инсайт? Как вам кажется, что такое инсайт? Да, идея – это, ну, фактически, да, идея – это такой концентрированный инсайт. То есть, вот если у вас случился какой-то инсайт по поводу какой-то идеи, да, вот что это такое? Это не ситуация, когда вы нашли, придумали какой-то сюжет. Да, есть хороший анекдот, что там одному сценаристу все время снились классные идеи. Вот. И он, значит, никак не мог, да, все время терял. Ему сказали, блокнот положи рядом. И он, значит, ночью проснулся, гениальная идея, записал. Значит, утром просыпается, смотрит в блокнот, а там написано, парень встречает девушку. Да? И типа, да, крутой сюжет. Парень встречает девушку. Офигенный сюжет. Охеренный. Ничего больше не надо. Парень встречает девушку. Все, ну, как бы, я готов садиться и писать. Офигенная идея. Лучшая идея в мире. Вот. Но мы понимаем, да, что инсайт – это когда какая-то идея соединилась, дала с внутренним настроем автора. И у автора появился по поводу идеи, да, то есть инсайт – это когда по поводу идеи появился всплеск творческой энергии. То есть сам сюжет может быть абсолютно банальным. Но у автора в связи с этой идеей возник вот этот внутренний заряд. И если у вас это есть, да, то идея сама по себе ничего не стоит. Потому что для кого-то парень встречает девушку, это, ну, ребят, ну о чем вы говорите? Во всех историях парень встречает девушку. А кто-то скажет, ого, такого еще ни разу не было. Вот сейчас я об этом напишу. Поэтому, да. А дальше с идеей мы начинаем работать. То есть то, как мы идею разрабатываем, да, то есть пока есть только идея, она ни копейки не стоит. То, как мы ее разрабатываем, только поэтому вот я считаю, что человек важнее, чем идея. Потому что даже супер крутую идею плохой исполнитель запорит. Плохой автор сделает ее плохо. Даже супер гениальную идею. Вот. А любой сюжет, даже самый банальный, гениальный автор вывернет так, что закачаешься. Поэтому самое главное – это разработка. Получилась только одна страница. Но у нас нет ограничений. Мы с вами никаких ограничений по объему не вводили. Так обстоит дело с научными статьями. Будучи опубликованной даже в низкорейтинговом журнале, она становится живой. Причем здесь я бы так сказал, что даже не важно, прочитают ли ее. Важно то, что вы будете знать, что вы дали возможность ее прочитать. Да? То есть, если вы просто напечатаете ее, опубликуете где-то на каком-то сайте, на который никто никогда не заходит, да, это так не будет работать. А важно, чтобы у вас появилась какая-то аудитория. Забыла спросить, пьеса в стихах возможна или в наше время это не нужно? Но это может быть как прием. Да, то есть это как одноразовая акция, да, одноразовое действие какое-то. Это вполне может быть. Например, Богомолов ставил, я не помню, как точно пьеса называлась, какая-то тоже там третьего ряда автор, третьего ряда пьеса. В Питере мы смотрели постановку, значит, в приюте комедианта, по-моему. И я дочь трудового народа, а ты трудового народа сын. Вот. Но там такая художественная задача была, да, то есть это такой советский классицизм. Это очень, на самом деле, очень точное понимание художественных особенностей эпохи. Кстати говоря, об этом Эйзенштейн писал. Он говорил, он в 30-е годы писал, что мы придем к классицизму. Так вот к нему, именно к классицизму и пришли, к советскому. И, кстати говоря, Абрам Терц об этом же писал позже, что вот советское искусство – это классицизм.
Да, и пьеса в стихах – это классицизм. То есть если у вас будет какой-то прием, да, какой-то способ это сделать, да, тема, которая будет вот с этой формой сочетаться, тогда будет очень хорошо. Но вообще это вызывает комический эффект. Например, у нас была читка на Любимовке, не буду говорить, кто драматург такой, неважно кто, значит, написал пьесу, и там такие гекзаметры такие, такая Илиада, значит, и это там одна из первых его пьес была. Так нельзя, конечно, делать, это очень плохой эффект. Это, знаете, как встречаются бомж, миллионер, ангел, киллер, и проститутка, да, и начинают гекзаметрами обсуждать Канта, да, причем обсуждают так, что очевидно становится, что автор чтением Канта себя не затруднил, вот, и, значит, сидел другой мой приятель, другой драматург, пьяный в дупель, сидел в заднем ряду и очень громко и очень смешно это чтение комментировал. То есть отдельный был спектакль. Возникает комический эффект в этом случае. Так, вы достаточно, как достаточно прагматичный человек, пытались писать пьесы для антрепризных спектаклей. Именно как достаточно прагматичный человек, я для антрепризных спектаклей пьесы не писал. Именно как прагматичный человек. Потому что моя задача написанием, когда я сажусь и пишу пьесу, да, я решаю художественные задачи. Да, вот нет хуже, когда автор садится и такой: напишу комедию, да, жена, я это в свое время придумал, да, жена и муж под кроватью, да, жена и любовник под кроватью. Вот такую вот пьесу напишу, ее 1000 театров поставят. Херушки. 1000 театров, да, 100 театров поставили мою артхаусную пьесу про убийцу. Да, а про мужа под кроватью почему-то режиссеры не ставят. То есть вот эта прагматика, да, когда автор садится такой: вот сейчас напишу успешную пьесу. Рея Куни я прочитал, все выучил, вот сейчас напишу. Вы видели хотя бы одного такого автора, который писал бы пьесы вот такие в духе Рея Куни, и их бы ставили у нас на театре. Режиссеры у нас не дураки, и зрители у нас тоже не дураки. Да? Поэтому... Так, вести занятия на латыни. Да, кстати. «Экзеги монумента эре перениус, рогаликвы ситу пирамитальциус». «Грация муза тебе, нам ту соляция пребес, токуре реквиес ту медицина венис». «Виват академия, вивант профессорес, пост якундум ювентутам, пост молектум сенектутам». На латыни? Могу и на латыни вести занятия, ради бога. Так, инсайт у меня выглядит как сырой импульс. Фактически готового изделия, он отличается как глинистый берег, отличается от китайского фарфора. Смотрите, еще раз, важно. Инсайт – это ваше движение энергии. Да, это вы открываете в себе источник энергии. То есть, и вот инсайт, он никогда не... то есть сама идея, из-за которой возникает инсайт, это такой МакГаффин. Да, то есть нужно сохранить не идею, да, а нужно сохранить вот этот импульс творческий. А над идеей дальше надо работать. Да, кстати, в основе Ромео и Джульетты лежит идея. Парень встречает девушку. Да, совершенно верно. Бытует мнение, что якобы антреприза помогает сбалансировать материальное положение и режиссера, и актера. Поэтому и вопрос. Драматурга это не касается. Да, бытует такое мнение. Ярослава Пулинович не пишет спектакли для, не пишет пьес для антреприза. Да, и Коляда тоже не пишет пьес для антреприза. Но почему-то их ставят со страшной силой. И антрепризы в том числе.
Так, в последний раз решила полностью зачитать в суде все 10 листов возражений на иск перед всеми участниками процесса, который составлял несколько дней. Сейчас до меня дошло, что мое внутреннее состояние после прочтения изменилось. Был бы другой эффект, если бы я просто передал эти возражения судье и сторонам. Система работает везде. Да, я согласен с этим. Так... Да-да-да, Александр, точно. Как вы относитесь к постановке «Войны и мира» на 5 часов на сцене театром Вахтангова? Я считаю, что это очень плохой спектакль. Я считаю, что это спектакль, который полностью противоречит тому, что написано в романе. Я считаю, что это карикатура и издевательство над романом. Очень плохой спектакль. Надеюсь, что... То есть он, ну, текст тянет, текст тащит. Он тащит именно за счет текста, да, то есть ты сидишь, как бы текст слушаешь, да, и пытаешься на сцену взглянуть и просто с души воротит. А при том, что театр Вахтангова – это максимально, как бы, максимально высокий творческий уровень, да, и этого режиссера я, скажем так, очень люблю. Предыдущие его постановки, например, по Евгению Онегину, да, гениальная постановка. «Мера за меру» замечательно. То есть я все спектакли, все основные спектакли театра Вахтангова, я, разумеется, смотрел. Да? Мне кажется, что это очень плохо сделано. Но там понятно уже, почему это было сделано. Да? Я не хочется, вы все прекрасно понимаете контекст данного вопроса, да, перемелется, мука будет, да, все пройдет, все спадет, и как бы то, что хорошо сделано, оно останется в истории театра, да, а то, что сделано плохо, оно осыплется и так далее. То есть в историю театра, конечно же, и этот театр, и этот режиссер себя вписал. То, что испортил биографию себе под конец, ну, как бы, его право. Так, как вы думаете, в чем феномен Ярославы Кулинович? Ярославу я знаю 1000 лет, еще с тех лет, когда она была второй половиной дуэта с Пашей Казанцевым, «Царствие небесное, светлое место». Паша тоже очень талантливый драматург, но, к сожалению, он молодым умер. И она очень талантливая, она очень дисциплинированная, она очень трудолюбивая, и она очень хорошо училась у Коляды. То есть она очень системный человек, системный драматургический человек, который системно много лет выстраивал свою карьеру. Да? То есть человек, который имел способности определенные, творческие, довольно выдающийся, на мой взгляд, и максимально эти способности развил. Поэтому вот в чем. То, что это там повезло, не повезло, да, это не так работает немножко. В чем феномен Молчанова? Да, что то же самое, парень из деревни, из Сямжи, почему-то вот приехал, да, 10 лет потом в Вологде жил, потом приехал в Москву, да, потом написал пьесу, которую там 100 театров поставили. В чем феномен? В упорстве, да, то есть в наличии каких-то способностей, которые были максимально развиты. В чем феномен Коляды? То же самое, упорная работа, упорная работа, работа и работа. Так как вламывает Коляда, я видел, как бы, я был у него в Логиново, был несколько раз, и с ребятами, со многими я знаком, и театр его наблюдаю тоже много лет. А впервые я про Коляду услышал еще там в 90-е годы, когда прочитал в журнале «Драматург», был такой журнал, была, по-моему, «Игра в фанты», или «Мы едем-едем», вот какая-то из ранних его пьес была опубликована, вот впервые я прочитал. Про него. Работа, пахота, только так. Так вот феномены вот так вот и появляются. Автор в театре участвует в репетициях. Это может быть, да, могут в какой-то момент пригласить, если зачем-то режиссеру это надо. Я присутствовал при читках «Убийцы» в Мтюзе.
Да, это вот единственный раз, когда я присутствовал на репетициях. Просто там Мите там почему-то там хотелось, чтобы я там как-то поговорить со мной по поводу пьесы. Вот он меня позвал. Поскольку он мой друг, да, вот я пришел. Так, есть ли вопросы или все понятно? Если все понятно, сегодня расходимся и завтра встречаемся в 12 на финале. Если есть еще вопросы, задавайте вопросы. Если все понятно, пишите «понятно» и заканчиваем. Все. Все понятно. Если еще какие-то вопросы будут, уже завтра задавайте. Значит, текст, ссылка на опубликованную пьесу, редактируем вашу пьесу, публикуем и присылаем ссылку на опубликованную пьесу сюда в комментарии к уроку. Также я напоминаю, друзья мои, что продолжается у нас набор на онлайн-курс пьеса, и я понимаю, что сейчас в процессе вы, конечно, заняты работой над этим текстом, но вот те, кто хочет, некоторые из вас уже оплатили, уже заняли место, но вот давайте присоединяйтесь к нам, у нас будет такой плотненький драматургический сентябрь, октябрь, ноябрь, и в ноябре будем рассылать вашу большую, да, Александр Люль пишет, я как раз понял, наконец, все. Случился инсайт. Хорошо. Все. До свидания, друзья.